are a samurai, bound to uphold a code. To live, samurai. Fight, and die with honor. Honor! If you stray from this path, what will you become? A storm is coming. Jin! Jin! Come on, Jin! Итак, добро пожаловать в игровую комнату. Мы продолжаем играть в Призрак Цушимы. Да. Мы пересекли тут замок Канеды. Снаряжение поменяю только. Ресурсы опять. Опять ресурсы буду собирать. Так. Так, ага, мы это уже просто на другой стороне. Карающий страж, следующий уровень идет. То есть я, как оно, ресурсы не получил. Ну, не ресурсы, а очки техники. Очки техники так и не получил. Так, пока у меня есть возможность, быстренько соберу это. Ресурсы и... Пошли дальше сейчас по... Дальше приключение пойдет, поэтому не буду... Хотя, может, не знаю, по заданию придется, может, вернуться сюда, кто его знает. Так стоит, как будто хотела поговорить. Да, чтоб тебя эти частицы. Стоп, продать, кстати, либо боезапасы и ресурсы купить, но не у всех. Во, у него шелк можно купить за 300. Ага. У тракториста. Ха-ха. Другое нельзя, да, только шелк. Ну, шелк на доспехи. Так, что-то тут... Он набор мечника, декоративный лук. Ага, новое, для длинного. Высокий урон, но долгое время, но это про лук. Бесконечное небо, лесная гадюка. Мне вот это нравится. Доспехи, черт, эти мелкие детали и вот это вот... Вы не видите вот это черное, не смотрите. Так, это доспехи клана самураев. Тьма воителя. А, не тьма воителя. Там мне мои нравятся. Вот. Вот эта шляпа у него. Да господи. Эти мелкие частицы и какая-то проблема. Вот только в этой игре у меня такие проблемы. Аригато гозаимас. Аригато гозаимас. О, прям народился.
Куда выезжаем? Зачем выезжаем? Для чего выезжаем? По желанию поговорить с соратниками, да, обязательно поговорим с соратниками, которые я хрен знает, где они. Где соратники? Та-та-та-та-та-та-та. Такой, а-та-та-та-та. Там... И чё? Подготовить коня к выезду. Ага, коня. А соратники где? Опа. Припасы. Думали, я не увижу. Сука, блин, отстань от меня. Так. Наверное, с той стороны придется перебазарить. Опа. Это, блин. Только в этой игре вот такие вот проблемы какие-то. Дефекты идут. Я хрен его знает. В других-то играх все хорошо у меня. Никаких, блин, проблем. Ни артефактов, ничего. Они, значит, здесь. Ну, не зря. Не зря я сюда пробежался, тут точнее. Так-так-так, торгаш. А, во. Волевая женщина. О, пьянчуга. Давай саке. Гони саке. Ну окей. А, все, я со всеми перебазарил. Окей. Надо будет поискать он торговца вот этого. Тут вроде как у каждого по-разному. Ну, имеется в виду, у некоторых можно будет купить сталь. Если можно, у меня как раз припасов для этого и я собираю. Так. Ничего. О. Кожа. Во, у меня кожа просто немерена. Можно ее поменять. Можно будет ее обменять на спуск. Тут что-то есть? Ага, я просто... А ну-ка, ну-ка. Что там пишется? Вернитесь в область истории. А, лол. Меня еще и заставляет возвращаться. Вот это не есть хорошо. Почему я не могу с обрыва спрыгнуть? Алло. Может, я хочу проверить прочность Дзина. Сейчас, секунду, я не все пособирал. Так, аккуратно, чтобы меня копытом не огрели. Так, так, чисто. Че тут на крышу можно тоже залезть? А зачем на крышу надо залезть? Для чего они это сделали?
Да, кстати, надо будет посмотреть этот, как она называется, сериал «Шогун». Дождитесь открытия ворот. Приятель говорит, отличный сериал. Едем в Тойотома, господин Сакай. Алло, я хотел как бы вот... Подождите. А где Тойотома? Это остров имеется в виду, да? Да, остров Тойотома, кстати. А, в смысле, освобождено 18 из 24. Алло, я тут вроде как все позакрывал. Все, что только движется и не движется, я закрыл. Что тут не освобождено? Алле, алло. А ну-ка, секунду, я карту открою. Я... Чё? Вот, а посты. Посты. Так, посты я все закрыл. Мелкие тоже. А как они там, блин, вот, локации. Я тоже локации все позакрывал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я вот тут все 15 локаций закрыл. Какие еще, блин? Что я там еще не освободил? Алло, как оно? Как оно там считается, типа, неосвобожденное? Че там? Освобождено... 18-24. Дополнение, может, какое-то игровое, ладно, хрен с ним. А, перфектура Акасаму. Акасима, блин. Акасаму. Так, а мы типа вдвоем. Круто. Мощно. Бакс. С тобой говорил Хотохан. Женщин. Серьезный дядька. Что происходит? Что это за артефакты? Я не могу понять. Все было до этого момента нормально. Опа, пошли, поехали какие-то, блин, артефакты. Вот эта черная хрень, что это такое? Надо в интернете посмотреть. Все пожгли. Вдвоем. Только камень поможет в бою против мечника.
Да я понял. Да я ж зажимаю Z. Что-то я хреново. Что-то я перерыв полчаса, час максимум, и я уже. А что это у меня там? ХП восстанавливается. Так, надо собраться, что-то как-то плохо, плохо все. Выполнять парирование, идеальное парирование, уклонение становится проще. Может, надо будет перекат, это перекат расстояния, дистанцию сильнее надо будет перекат взять. Среднее снижение получаемого урона, когда запас здоровья 50 и меньше. Орудие Сакая, так, увеличено среднее, здоровье и урон в ближнем бою увеличиваются на небольшую величину. Может, все же с вероятностью. Оберег расторопности, точности, уменьшение любого урона малое. Оберег сопротивления, убийство врагов незначительно восстановит здоровье. Вероятность стрельбы, сломая защита, враг приносит решимость. Сломная защита, снижение скорости обнаружения, прицельный запас. Увеличивает обретенную решимость на 15% значений. Ну, тоже неплохо значений. А давайте вот это малый. У меня что там было вообще? Подожди, там парирование что-то. Вот это вот. Здоровье и урон в ближнем бою увеличиваются на небольшую величину. Ну да, как бы небольшую величину. Это не, я вообще не могу понять. Она так абстрактно, прям вот по-азиатски. Твоя сила станет чуть-чуть сильнее. Точнее, она станет на небольшое количество и больше, чем было до этого. А сколько у меня до этого было? Достаточно. Ну тут реально, ты ни цифр, ничего не знаешь, но прикольно. Ты сам должен определять, сколько это достаточно. Лучше уж защиту я добавлю еще. А то я врубил парирование, а сам парирую как через задницу. Но увороты, и парирование, увороты увеличено. На голову захватили маяк. Ах ты ж скотина! Так, возникла проблема с драйверами видеокарты. Она может быть вызвана устаревшей версией. Но драйвера у меня новые, с слишком высокими значениями параметров. Может быть, кстати, какие-то параметры. Все же какие-то, сука, параметры может убрать. Надо настройки посмотреть. Что-то там явно у меня... способ масштабирования. Ничего, сглаживание. А, у меня сглаживание MDFSR. А типа... Может лучше TAA? MDFSR3. Давайте TAA. Че? А вот эффекты света на воде.
Может, вот это вот. Затенение фонов СССР. Может и затенение. Ореолы. Хрен поймешь. Да что там? Что? Сглаживание. ТААА. Так, убрал некоторые элементы, может, в этом проблема. Конец, убейте монголов, я понял. Надеюсь, там всех ослепило. Ага, не всех ослепило. Как тебе под задник, а? Вот это было, конечно, забавно. Это было реально смешно. Я тут ему пендель прописал. Так, стоп, тут кто? А, это мертвый. Откуда? А, вижу. Ах ты, сука. Хорошо стреляй. Где-то тут лучник еще один есть. А, вон он. Отлично. Вы говорите, у меня тут бой? Не на жизнь, а на смерть? Не, у меня тут лутание. А ноги-то у тебя слабенькие, бро. Ха-ха-ха. Забавный парень. Где там подкрепление у них?
Ворота надо тогда закрыть. Ах ты ж гнида. Защищен, что ли? Вот и... Оу, как горит-то. Не, перекат надо, а то ведь огонь меня пихает в лицо. Я не могу остыть. Пердак горит. Джин, дзин горит просто. Наверное. Так, мы это, маяк запускать будем? Да, интересные диалоги, конечно же. Она все о том, чтобы свалить отсюда, Стако. А он все, маяк! Надо хану впердолить! Маяк! Так. Ну, маяк я запущу сейчас, ребят. Важно это священное деяние, залутать все, что тут плохо прибито. А ну-ка, ага, разбить не всегда, точнее нельзя. Так, что у нас тут? Припасы. Вот, кстати, я так и это не посмотрел. Я только сейчас так понял-то, эти чуваки, продавцы в этом... В лагерях могут же покупать полотно, вот это вот все на припасы. И опять-таки за припасы можно там кое-что покупать. Только вот вопрос, там шелк точно продается, а вот насчет железа и всего остального я не уверен. Там нужно все же, ну, у одного может быть железо, у одного шелк. Но я предполагаю, если так, это вообще классно. Тогда не надо париться. Сгонять по лагерям. У меня как раз припасов насобиралось. Да, обменник не очень приятный, но... Тот же меч можно было вкачать. Сталь, у меня как раз стали не хватало. Не хватает 8 штук. Да, 8 не хватает. Золото есть. Можно, кстати, и другие ресурсы продавать. Шкуры. То есть я добежал до маяка, мне откинуло обратно и придется опять бежать. Ай ты чист. Дин, ну запрыгни ты на лестницу нормально. Так, обычно тут бамбук, шмамбук. Или тис, если повезет, но мне дулька с маком. Маяк Акасимы. Так, левел ап этот, чтоб я перекат взял.
А то реально без переката сейчас тяжко. Ну, наконец-то. Наконец-то. А то Симура меня уже задолбал. Так, и где он? А, налево, я не в ту сторону побежал. А, вон он. Так, мне показалось... Нет, не показалось. Заночковали припасы. Крысы. Ни хрена себе, но это точно монах. Кедра, по тебе видно. Кедровый орешков жрешь. Ну, по нему, блин, видно, как он... следуйте за Нори, как он... Да-да, в эту яму тебя спустили и не давали есть. По тебе видно. Стопа, северный там, я понял. Его речь чем-то похожа на... А, задание. Новый горизонт... А, нет, закончен. У меня как раз было только появилось. Мы боремся за мир, поэтому будем резать... О, два очка, зашибись. Тогда продолжим резать за мир. Так, да-да-да, парень, я это...
Я тебя понимаю, но мне нужен перекат. Стоп. А вот здесь. Вот он. Удар с уклонением. Удар с разбега. О, набросьтесь на врага и нанесите ему быстрый удар. Против лучников неплохо будет. Угу. Обновлено. Вау! Погнали, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять заданий. Так, малозащитный оберег, малый оберег бойца. Фиг с ним, бойца-то фигня. Бойца. Легенда просто укрепляется. Малый защитный оберег. Ну, защитный малый оберег пользы. Бойца. Куда мне эти обереги пхать? Вот честное слово, у меня их так много, у меня места нет, я ими обвешан по самые гланды. Огненное послание, стена, стены и рекавы, призраки прошлого. Доспехи клана Сакай, маска клана Сакай. О, неплохо выглядит маска. Так, вот это обязательно в первую очередь, если что, ребята. Я не был дома с начала вторжения. Надо вернуться в деревню Оми и забрать доспехи отца, если их еще не украли монголы или разбойники. Надеюсь, все домочадцы успели где-то скрыться. Особенно я волнуюсь за Юрику, мою кормилицу. А, блин. Такой Юрика, кормилицу. Ну, так ей, наверное, лет под 50. 50, наверное, даже 60 или 70. Я такой, гарем? Нет. Черт. Так, наваливаем. Вот он, храм. Ну, понятно, вот тут опять замок. Ну, это вот этот замок Симура. Ну, прикольно сделано. Опа, что такое? Территория монголов. А, смотрите. А, типа вот... О, сталь. 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 Железо. Сталь. Вот это нужно. Так, и телепортироваться нельзя. Они типа решили вот так вот захватить вот эти вот посевные. Я понял. Я понял. Алтарь для даров. Погнали. Возвращаемся. Надо спасти урожай бобовых. Кто будет летом потом пердеть? Опа. О, новая техника. Это, наверное, какая-то новая техника. Карта обновлена. А ну-ка, где? Кто? Что? О-о-о. Оно близко возле моего задания? Нет. А где мое задание? Нифига себе! Тут скакать и скакать. Это что? Храм Куси. Укуси. Скакать и скакать. Ну, ради доспехов придется поднапрячь булки-то. Или лучше доспехи оставить чисто на самый, так, снег Камиагаты. Оставлю-ка я, знаете, доспехи на это. На самый конец, когда, как бы так сказать, когда будем идти на штурм замка уже, я приобрету доспехи, как эти самурайские. Герой Цушимы, это понятно, герой Цушимы. Так, что у нас тут? Тадайори. Цушимы не без прокачки. Увеличение запаса здоровья большой, уменьшение любого урона средний. Но это чисто, но выглядит неплохо на самом-то деле. Это чисто для начальных, они вот как и вот эти вот. Большой, а не, увеличение запаса здоровья огромный. А тут средний. Да и при получении урона накапливаются очки решимости. Вокс, да, так что так вот. Так, кожа. А ну-ка, есть что-нибудь еще интересное? Кто-нибудь что-нибудь... А, во! Во-во-во, поехало, пошло-поехало.
А что, ты мне расскажешь? Намек. Прям шикарно. Я уже все горячие источники обходил. Поздно. Я уже... Опа. Не понял. А, типа задание прям здесь. Продолжение шел. Блин. Знаете что, госпожа Масако, подождете. У меня ждут посевные. Посевные работы. Так, поближе, поближе. Вот тут вроде ближе всего. Меня ждут посевные работы и, мать его, сталь-пересталь. Так. И надо посмотреть у торговцев, как оно называется. Надо, кстати, в тот регион заехать и посмотреть. Я поубирал кое-какие настройки. Вроде как вот это вот блики на воде или что-то типа такого. Или ореолы. Ну, короче, что-то из настроек явно... Явно... некорректно работает. О, бамбук. Спасите заложников, окей. Убейте врагов выстрелом в голову. А, это без проблем. На крыше. Так. А что это? А, там волки. Ну, сык, шикарно. Да заткнись ты, ты чё орёшь, баба? Припасы давай, гони припасы. Припасы гони, баба. Чё? Чё ты там втираешь мне? Скажи спасибо и шевели своими этими... ногами. Так. Шикарно, там внутри куча этих ублюдков. Так. Что-то тут монголов прям дофига. 5, 7, 6, 7, еще там двое. 6, 8, ё-моё. Они еще там собрались толпой. Вот туда бы гранату вместе с заложником. Как настоящий спецназовец. Задача выполнена, заложник спасен.
А, тут еще один, ё-моё, я его сразу не заметил. 5. Не, 8. Все правильно, он просто к костру подошел, я сразу его не увидел. Тренироваться. Стойки менять, вот это все. Да ты охренел? Ты чё не видишь? Я, блин, занят. Я лутаю тут. Что у меня там стрелы 10, нормально. Я тут занят лутанием. Чё, не видишь? А, припас. Так. Всё, освобождаю. Кто поблизости? Где? Я не вижу. А, на крыше. Ты чё, глухой, что ли? Нифига он глухой. А? Я попытался воскреситься. Или я хрен его знает, может этот агент Смит попытался в него вселиться. Как в Матрице. Как его-то колбасит. Так, надеюсь, с водой будет решена проблема, а то явно, может, какая-то настройка хреново работает. У меня это, как она называется, вроде... А, у меня сглаживание FSR идет. Может быть, вместе с FSR и вот что-то вроде отражения, что-то вот в комбинации плохо работает. Вроде он не расслышал, что тут что-то не так. Да, походу он не слышал. Еще один глухой. Ну да, что-то там смеется над крестьянином. Так, Дзин, подожди. Приклеиться к лестнице мы всегда успеем. Отлично. Так. Сталеварня. Она, наверное, последний дает сталь. Доспехом Гасаку, а не ваш. Какие доспехи? Чё?
Один из шести ключей, отпирающий доспехи Госаку, он хранился у крестьян из селения Уто. Лол? Один из шести ключей, один из шести. А где эти доспехи? Мне еще, наверное, еще... Так, я не понял. А, во. Деревня Куто. Там, наверное, какое-то задание я должен был взять. Или нет. Бонусная задача завершена. Просто, наверное, бонусная задача. И чё? Опять деревня, все хорошо? Быстро все вырастили обратно? Опять самурай дрыхнет. Подъем! Дин, мать твою, подъем! Нас ждут... Как оно называется? Улучшение. Угу. А, вот оно, хитрожопски. Можно было специально оставить, чтобы оно вот так вот расчистило территорию мне. Ну, поздно пить боржоми, когда боржоми уже выпито. Так, что ем это? О, птичка. И куда птичка меня ведет? Куда ты меня ведешь, птичка, интересно? Куда же? А, намек на то, что... А, смотрите. Стопы. А ну-ка. Так, я что-то видел. За что-то зацепиться можно было. Не вот за это ли? А ну-ка. Тут за что-то можно было зацепиться. За птичку, что ли? Во, видели? Во! Только зачем? Непонятно. Но я зацепился. Ха, интересно. Тут ничего нет, но наверху может быть что-нибудь есть. Не просто так же, да? Может, просто обозревательная точка? А может и нет. Оу, тут кто-то был. Собрать. Прикольно, повязка кровавого заката. Когда ночь сменяет день, проливается кровь. Прикольно. Прикольно. Ну, типа повязка мне фиг. Вот, ну то, что я сюда забрался, классно. Тупо ассасин. Но тут карабкаться нельзя. Но можно посмотреть на вид. Кстати, по дыму видно горячий источник. Не прям идеально, но все же. Ну, я вроде как все эти, да, тут тоже посетил. Как они называются? Интересно, туда можно забраться? Не, ну прыгать это-то, конечно, не буду. У меня гораздо лучший способ есть. Вот так. Чтобы слезать. Ого. Заодно тут что-то перебазарю. Что вы мне предоставили? А, бухта. Пираты, он проклят. Ага.
Во, еще одно здание. Это бухта там, где... Близко, близко. Так. Тут сразу и основное задание это. Опять этот алкаш. Последнее, второе задание. Интересно, а тут можно зацепиться? По идее, можно вот отсюда. Вот. Тут может что-нибудь есть все же? Там припасы. Или нет все же? Надо знать, где веревка, там можно взобраться. Так. На дерево нельзя. А тут больше нигде нельзя забраться. Ну вон сразу подмечена сразу вот эта веревка. О, там кто-то что может сказать. Мадам? Ой, то есть, простите, мистер? Так, новое. Опа, что это такое? Доступен новый регион. Я понял. Регион это остров вот этот, вот как типа дополнение от крестьянина. Дневник. От крестьянина я узнал, что жители деревни недалеко от берега утопленников Акасиме свели с ума странные песнопения монголов. Нужно узнать, в чем там дело. Осмотреть селение. Так, апаем меч. Так, надеюсь, там других катан не появится, чтобы потом окажется, что я бомжар. Отлично. 100 железа, 80 стали, 6 бабла. Ну, видать, у меня сейчас будет накопление. Мне надо задание дополнительно закрыть. Это, наверное, что-то какой-то бонус дадут. Кстати, что тут я могу обменять у тебя? Ага, тис и бамбук у тебя, брателло. Бамбучелло и тис. Что тут взрывные стрелы? Бамбучелло и тисселло. Окей. А, я... сюда телепортировался, чтобы сходить. Так, направление не перепутать. Мне сюда? А, вон, где огонь. Бить врагов подряд, не получив урона. А, не получив урона. А, ну это легко, да, с луком можно. Последнего вот так вот. О,
попил саке, а? А то моя лошадь. Да дальше, наверное. Точно не тут. Тут может быть? Да. Меч. Сюда что ли ходить? Через форточку его убить. О, чисто как ассасин. Где он там? Все будет тип-топ, не беспокойтесь, все под контролем. Силы самообороны Японии зачистят, точнее, выбьют врага с этого поля, поселка. Так, я не понял. Это он там базарит. Так, где последний? Ага, вижу. Где заложник? Ага, вон он где. Далековато. Кто тут кашу? Да черт, что-то как-то криво. Жалко, на дуэль вызвать нельзя. Да-да-да-да, я вижу, мужик. Все, давай ключ и вали отсюда. Точнее, восстанавливай эти рыбные угодья. Это что явно
Чё, кто там? Ворона? Еще такой. Хе! Слышь! А катаной под ребро рыбацкая деревня Кэти. Кэти. Так, черт, чуть-чуть не хватило до очечка. Очечечка. Все, харе мне крутить. Давайте, задание дополнительное пройдено. 8 стали, отлично. Эх, жалко, у меня нету какого-нибудь талисмана, который увеличивает количество стали. Все, ребята, спасибо за просмотр. До следующих встреч. Продолжим наше путешествие. Прощайте.